Смяло, как консервную банку. Серьезная авария произошла прошлым вечером в столице на перекрестке улиц Тудор, Владимирецкой и Киевской. Столкнулись легковой автомобиль и машина-такси. Водители, оба молодые, 23 и 25 лет, не пострадали. Пассажиров с ними не было. Кто из них спровоцировал аварию, пока неизвестно. Виновнику грозит 1500 лев штрафа с начислением 6 штрафных пунктов.